Руководитель регионального отделения партии «Парнас» Игорь Басов в интервью нашей телекомпании подтвердил заявление председателя совета директоров холдинговой компании «Акция» Сергея Калинина о том, что проверки ФК «Акция» стали результатом жалоб Басова. Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что обыски в «Акции» Омсгоргазе прошли после того, как в надзорные ведомства обратилась депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она уверяет, что к ней неоднократно обращались жители регионов с жалобой на завышенные коммунальные тарифы, и после ее запросов были выявлены конкретные факты мошенничества в сфере ЖКХ. В своих обращениях Басов также указывал, цитирую, на странную политику в вопросе формирования тарифов. Однако, по заявлению Калинина, незадолго до обысков формирования тарифов изучали регулирующие и надзорные органы, сотрудники ФСБ, следователи и прокуроры. А сам тариф, по которому работала акция, был утвержден Федеральной службой по тарифам. В чем изюминка? Не в том, что большой тариф, маленький и так далее. Тут идет же от чего? Если это будет метр трубы, то это будет 3 копейки. Если 5 километров трубы, то тариф это учитывается, допустим, больше. И когда речь идет о том, что вот как мотивация идет, что тариф там самый низкий, но нужно посмотреть тогда протяженности, сколько тариф, на какую протяженность трубы это берется.